Вот так бодро, весело и активно встречает своих воспитанников администрация детского сада номер 30. В 8-10 утра директор Наталья Сидоренко уже в кроссовках и спортивной форме. Утреннюю гимнастику с директором решили запустить в дошкольном учреждении с февраля, чтобы грядущий период весенних простуд прошел максимально незаметно. Чтобы быть сильным, добрыми, здоровыми, смелыми. Это хорошие качества? Да. На шпагат-то умеете садиться? Я умею. Я тоже умею. Ой, а я не умею. Зарядка – это упражнение. Зарядка – это бег. Мы сбодримся. Зарядка – это плешки. Прыжки, приседания. Утренняя гимнастика занимает 10 минут. В процесс вовлечены ребята из средней и подготовительной групп. Нескучную раннюю физическую нагрузку делает творческий подход к процессу. Мы придумываем разные вариативные формы проведения зарядки. Конечно, она включает определенный комплекс упражнений, которые мы должны выполнить с утра. Ну и разбавляем это веселой музыкой, интерактивным оборудованием, кубиком, где сами дети показывают, что им больше нравится, какие движения, и мы все за ними повторяем. Педагоги детского сада считают, что популяризировать здоровый образ жизни именно с директорского примера – самый эффективный способ достичь результата и вовлеченности всего коллектива. Потому что впереди рабочий день, сразу же зарядиться позитивом от детей, получить самую главную награду – это счастливые глаза, лица и улыбки. С наступлением устойчивой теплой погоды утреннюю зарядку планируют перенести на улицу, чтобы передавать позитивное настроение и бодрое расположение духа уже родителям, бабушкам и дедушкам, которые приводят малышей в детский сад. Мария Гребенюк, Юлия Савиных, Рустам Рузеев, Ярослав Прохоров. Тобольское время.